Хорошо играешь. Только не те песни. Ты где живешь? Нигде. Как это нигде? Хожу по деревням, а добрые люди помогают. Так вот, чтобы ты больше здесь не шлялся. Увижу еще раз, пиликалку твою на голове поломаю. Это мы еще посмотрим. Ах ты, щенок. Ты за что мальчишку избиваешь? Ну погоди, я вот сейчас вернусь и поговорим с тобой. Ай. Как проехать? Хорошевичи. Здесь налево, через лес до переезда. Приходи еще, мальчик. Приходи еще, твои хорошие. Стой. Дяденька, ну? Дяденька, а тут пацан опять советские песни играет. Где? Там, а ну, там, веди. За окладкой. Чего бежал? Полицай гнался. Это он по тебе стрелял? Ага. Убить, наверное, хотел. Я про Москву играл. А вы-то чего прячетесь? Нам надо через дорогу перейти, понял? Да. Может быть, я вам помогу? Как это? А вы кукушкой кричать умеете? Не очень. А соловьем? Когда-то умел. Запомни, как услышишь соловья, сразу смывайся. Смоюсь. Ты чего улыбаешься? А я знаю, кто вы. Так вот, ты ничего не знаешь и никого не видел. Договорились? Музыкант! Come here, come! Tomaten, Lug, das ist много-много лучше, als Konserven. Bitte. Speck. Русский шашлык. А можно я буйбу испеку? А, бите, бите. Молодец, молодец, вундеркинд. Sehr gut. Gut. Aha. Noch ein Musikant. Aha, ein Solowej. Solowej? Mhm. Я пошел. Zurück, zurück. Проход нельзя. А где у вас тут переезд? Here. Nein, nein, here, here. Через калитку? Jawohl. Доктор? Да? Ну, как там Петро? Пока не опасно. Кость не задета. Можете пройти к нему. Только ненадолго. Он потерял много крови. Здорово, Петро. Ничего, Петро, крепись. Рана твоя не опасная. Спасибо тебе за мост. Максим, а этот мальчишка, скрипач, что с ним? Не бойтесь, я не убегу. Иди, иди, не брыкайся, музыкант. Ты чего наших выслеживал, говори. Не скажу. Скажешь. Командиру отряда скажу. Товарищ командир. Беда, Григорий Иванович. Вчера приехали поганцы на мотоциклах. Велели нашему старости собрать весь скот и хлеб, что остался. Мы к старости. Что же это такое, а? Что же нам с детьми с голоду умирать, что ли? Не дадим, Григорий Иванович, и все. Правильно сказали. Правильно, то правильно. А лежа что с нами будет? Налетят завтра поганцы, заберут все, а деревню пустят огнем. А на что, всех под пулемет? Спалили же залоги, залесье, заможье, а в залогах Людей живыми бросали в огонь. Так что с нами то же самое будет. Опять ты? Нужно выводить людей в семейный лагерь. Ага. А засаду устроим по дороге через болото. Отсюда ни один фашист не уйдет. Вот он! Его дозорный привел. Можете идти, товарищ Акулка. Это что, тот самый музыкант? Тот самый, товарищ командир. Музыкант. Ну-ка, иди сюда. Вон ты каков. Ну, здорово. Не знаю, как тебя? Василий. А отчество? Иванович. Смотри-ка, почти Чапаев. Что вы надо мной смеетесь, товарищ командир? А ты не обижайся, Василий Иванович. Чапаев тоже в свое время был маленькой. Так как ты попал сюда? За ними крался. А чего ты шел за ними? Я тоже хочу быть партизаном. А родители твои где? У меня никого нет. Папа еще до войны погиб. Пограничником был. А мама? Мы не знали, что началась война. У нас был концерт в доме пионеров. Когда я прибежал, дома уже не было. В него бомба попала. А теперь хожу и играю людям. И вам сыграю. Мама у меня любила эту песню слушать. Вот что, Василек, отправим мы тебя в Москву самолетом, как только наладим связь. В музыкальную школу. Партизанить тебе еще рановато. Я никуда не полечу. Как же ты не полетишь? Не полечу и все. Буду вам помогать. Ты уже помог. Спасибо. И еще помогу. Ну, хорошо. А теперь иди к Максиму, у него пока что жить будешь. Идем, Василек. Товарищ командир. Что? А я еще один муз знаю. Давайте бабахнем, а? Идем, идем. Они мне велики. Годятся. Снимай. Давай-ка. Ложись. Дядь Максим, а куда это все подевались? К немцам в гости пошли, спи. А вы почему не пошли? Мне утром в дозор заступать, да спи ты. А когда вас командир на задание пошлет, возьмете меня с собой? Что, чего захотел? А ну-ка, ложись вот так. Спи. Ну что вы там расшумелись? Спать не даете. Спите. Тихо. Я сюда не спать пришел. Я теперь партизан. Спи, партизан. А вы без меня никуда не уйдете. Спи. Послушай, Сеня, расскажи, как там дело было. Ну что, как? Ехали, не понимаешь, с пулеметами, с канистрами керосин деревню жечь. Но мы их на дороге накрыли. С полсотни гадов в болото загнали. В общем-то, ни один не ушел. А людей из деревни всех вывели? Ну, конечно, всех до одного. Молодцы. Ну, ладно, ребят, поправляйтесь. Я пошел. Счастливо. Будь здоров. Хорошо поработал. Ну вот. По вашему приказанию явился. Проходи, Максим, садись. Ага. На станции скопилось 9 эшелонов. В ожидании, пока мост установят. На днях могут открыть движение. Так что, второй раз его рвать? Не, на этот раз не мост, а станцию. Вернее, эшелоны, что скопились на станции. Среди них есть 2 состава с цистернами. На станцию очень трудно будет пробраться. А тебе не надо. Только пронеси мину в город. Я дай Кузьмичу. Ты помнишь домик его возле станции? Помню. Ну, а Кузьмич знает, что с ней делать. Задача сложная. Как ее пронести? Точь в точь, как хромой. Ну, совсем не понарушке. Ну, не чуточки. Оу! Оу! Ну, кто я? Глухой и хромой. А, и немой. А еще запомни. Побираемся для пропитания. Ну, ходу. Ausweis. Papiere. Бумага. Wer doniert? Na, geht schon. Halt! Stehen bleiben! Это мой папа, не мой, Фатер. Мы ходим с ним и просим немного хлеба. А я за это играю, вот так. Ты за швайна. Да, здорово ты это вдруг сказал, мой папа. Ну что ж, может, так и останется? Хорошо, папа. Только ты уж в следующий раз не перепутай, а то нам обоим крышка. Спасибо. А после войны, может, в самом деле... Домой поедем, зенишка у меня есть. Будет тебе братом, а? скажите, пожалуйста, а где Кузьмич? Нет Кузьмича. Вчера немцы взяли мост чинить. А когда вернется? А вот этого я не знаю. Нет, нет. Я требую конкретный ответ. Когда будут идти поезда через мост? Через 2 часа? Хорошо. Я это учту. Возможно, еще раньше? Прекрасно. Дяденька, это мой папа. Ну, понимаете, Фатер, он больной. Мы хотим только поиграть немного для солдат. И все. Durchkommen. Durchkommen. Zurück, schnell, schnell. Na? Это что за чучело прихумало сюда? Вам что, умирать надо дело? Donnerwetter zum Teufel, убирайся, aber schnell! Двигай свой валенки! То спешишь, медленно, как тухлая крыса! Бегом марш! Сейчас стрелять буду! Без пиджака пролез. А труба у самых вагонов выходит, и немцев вокруг не видать. Да вы не волнуйтесь, вам все равно не пролезть, а мне это совсем не трудно. Грохнем их аж до самого неба. А цистерна близко? Ага. Быстрее же. Мина взорвется в 3 часа. Возьми с собой. Который час? 22:03. Мину подложишь под брюхо цистерны. Она сама прилипнет. Warum stehst du hier, schmutzige Schwein? Что ты здесь делаешь, грязная свинья? Здесь нельзя ходить. Дяденька, я заблудился, понимаете? Я ехал в поезде и потерял свой вагон. Hände hoch. Hände hoch. Uhr geht richtig. Идут точно. Скоро 3 часа. Bald. Öffne das Tor. Ну. Weg! Schmutziger Musikant! Не смей возвращаться. Кто-то заходил здесь? Нет, никто. Неделю тому назад хер комендант давал приказ разобрать орган. Почему вы не выполнили приказа? Даже я не органмайстер, не умею. Могу ушкодить органы. Никого нет, унтерштурмфюрер. И огонь с горящих цистерн с бензином перекинулся на соседние составы с боеприпасами. Пожар охватил все стоящие рядом эшелоны. В итоге 8 составов с бензином, танками, бомбами, снарядами и другим вооружением, 4 офицера и много солдат погибло. Вы свободны. Позовите унтерштурмфюрера Хельмута. Слушаюсь. Ну как? Диверсантов поймали? В районе станции задержано 32 человека. Не исключено, что среди них могут быть и причастные к взрыву. Мало поймать только причастных. Надо найти и уничтожить само гнездо. Успокойтесь, господин комендант. Мы найдем и гнездо. Черта с два вы найдете. Скорее партизаны и нас поднимут на воздух. Я отвечу за стане. Добре. До widzenia. До widzenia, księże katolik. Приходи. Не бойся, в костеле только ты и я. Скажи, чему ты боишься, что тебе схватают фашисты? Они всех хватают. А чему они всех хватают? Не знаю. Говорят, на станции что-то взорвалось. Ага. Ну, добре. Тебе не нужно, чтобы ты сегодня выходил на улицу. Ты останешься здесь. А завтра, когда в городе успокоится, ты уйдешь. Хорошо? Из вас взрывал или знает, кто взрывал мост и станция? Кто знает, выходите вперед. Sehr gut. Значит, никто не знает или боится говорить. Если скажет, будет жить. Не скажет, повесим. Сначала каждый третий, потом каждый второй, пока никто из вас не останется. Все понимать. Вер-офицер, я же Костю без органов. Спросить командант, приказ он дал. То старые органы. Их перевозить на другие места не можно, они рассыпются. Мои солдат собирать. Они есть специалист. Also, los! А вы будете ехать с нами, жить в замок. Was ist los? Welcher Staub und Schmutz hier? Viel Gras, Schweinerei. Alles runter vom Wagen! Schneller, schneller! Macht schon! Raus, 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 raus! Bewegt euch schon hier! Müden Leichen! Auf Polizei im Sanatorium! Los, 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 los! Immer ordentlich! Dali, dali, dali! Du machst schon, hab ich gesagt! Wer bist du? Was machst du hier? Schauen Sie aus dem Fenster. Посмотрите в окно. Sehen Sie den Jungen mit der Geige. Видите мальчика со скрипкой? Приведите сюда. Тебе тоже задержали? Ага. Не дух сорвал станцию? Станцию? Да. Нет, нет, не я. Я только хожу и играю, а добрые люди подают. Кто что? Ну, шпиля, играй. Я послушаю. А можно я скрипку настрою? Позовите органиста. Яволь, комендант. Это мой музык. Возьми мальчик и смотри, как фата. Заучи, маленький мальчик, немецкий песня. Солдат рад, слушают. Делай, что я тебе приказал. Ну, раздевайся, иди сюда. Раздеваешься. Я думал, вы наш, а вы за немцев. Даже я вчера тебя скрыл от них. А сегодня привели, чтобы они меня взяли. Они меня самого взяли разом с органами. Я очень боялся, что тебя найдут в органах. А я спрятался под пол. Там был длинный-длинный ход под землей. Я шел-шел и пришел сюда. Вылез во двор, а тут меня исцапали. Я ненавижу фашистов. А я тоже. Но вы-то почему? Я в Польше был пианистом. Гестаповцы хотели меня арестовать. Я убежал от них сюда. Но боюсь, что они найдут меня и здесь. Не бойтесь, я отведу вас в лес. В лес? Вы никому не скажете? Нет. Я партизан. Помогите мне найти папу, и мы вместе убежим в лес, к нашим. А где твой папа? Не знаю. Может быть, тут? Вчера очень много людей хватали в городе. Найдем и убежим все втроем. Унтерштурмфюрер, все унтер-офицеры охраны станции, оставшиеся в живых, здесь. Садитесь. Проходил ли кто-нибудь через ваши посты на территории станции без специального пропуска? Никто. 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 Может быть, все-таки кто-нибудь пытался пройти? Если да, то через чей пост? Кто? Когда? Унтерштурмфюрер, какой-то инвалид на костылях, пытался пройти через мой пост. С ним был мальчик со скрипкой. Унтерштурмфюрер, они пытались и через мой пост пройти. И через мой тоже. Инвалид с мальчиком. Звучит не так, как в Костеле. Нет акустика. Z Ogińskiego. Był taki kompozytor. Dawno był. On должен był jechać z Polski i jemu очень ciężko było w cudzym kraju. Napisał toj polonez, pełen żalu po ojczyźnie. A można na skrypki popróbuję? Tylko wy jeszcze raz сыграйте. Здравствуй, музыкант. Хорошо играли. Молодец. Это он? Да, он. Herr Kommandant, я проверю органы. Они в порядке. Gut. Сегодня траур-музыка. Мальчик, ты почему не вытерпел с органа? А разве он грязный? Иди делай, тебе говорят. Это твой папа? Да, мой папа. Очень хорошо. Ты рад, что увидел папу? Да. Ну, good. Я хотел с папой поговорить, вас отпустить, но он не может говорить. Расскажи ты. Про что? Ну, например, где вы живете? Нигде не живем. Ходим по деревням, я играю, а люди подают. Есть в городе знакомые папы? Не знаю. Кажется, нет. Нет? Зачем тогда вы здесь есть? Я же говорил, мы везде ходим. Зачем хотели вы вчера пройти на станцию? Чтобы поиграть с солдатом, может быть, подадут что-нибудь. Пропустили вас? Нет, не пропустили. И хорошо, что не пропустили. А то там как начало бабахать, вагоны в воздух подлетали, а куски аж на километр относило. Меня даже засыпало. Все бросились бежать, я тоже побежала, потеряла папу. А папа сказал мне, что... А папа же не говорит, он не мой. А, да. Я забыл. Иди сюда. Это есть твоя скрипка? Да, моя. Открой, бери скрипку. Лежала здесь только скрипка, больше ничего? Ничего. А может, здесь есть какое-нибудь тайное место? Какое тайное место? Не бойся, она не взорвется. Тоже партизаны подложили, мы обнаружили ее. Здесь такую мину прятал? Ничего не прятал. Говори, такую? Нет. Врешь, такую? Нет. Такую? Нет. Говори, нет. Такую, говори ты! Ну вот, нога. Good? Тебе не надо. Неизвестный нищий, подозреваемый в организации взрыва на станции, увлечен в симуляции хромоты. Что он хочет сказать? Наверное, то, что коллеги больше подают. Врешь! Ага, ты есть немой, как и хромой. Хватит играть комедия. Кто ты есть, партизан? Кто послал на штацион? Говори! Последний раз будешь говорить? Говори, кто папа? Ты не говорит, он умер. Он не говорит, а ты говори, кто папа. Понимает? Комендант, wy mnie poruczyli chłopczyka, no on propał. On pod aresztą. A za co on? Taki mały. Mały bandit. Знает много, а говорит мало. Я с ним буду много говорить. Он мне скажет все. Он должен grać. To talentny chłopiec. Очень talentny. Если он не говорит, будет висеть вместе с отцом. Herr Kommandant, Herr Kommandant, отпустите хлопца и нехай живет у меня. Nein. Я с ним поговорю. То, чего он вам не сказал, скажет мне. Вы так думаете? Почему? Я. Warum? Зачем? Зачем? Bo wy dla niego wragi, a ja druh. Bo on i ja my muzykanty. W nas jedna dusza, jedno serce, herr komendant. On mnie wsio skaże. A ja wam. Хорошо. Узнаете, куда и кому в городе ходил его отец. Rozumiem. Drżysz, chłopaku. Chłodno ci. Дядя Франек, так. Если бы вы видели, как мучили папу. Успокой się, Василек. Ты еще сегодня пойдешь до партизантов. Я без папы никуда не пойду. Партизанты должны спасать твоего отца. Фашисты хотят его повесить завтра вечером. Już построили висельницу. Я сейчас... Нет, не teraz. Później, как будет темно. Василек! Товарищ командир! Привел. Они там, в подвале. Комендант приказал, чтобы мы играли погребальную музыку, але мы заграем другое. Иди, скажи партизантам, них выходят, как услышать полонез. И зараз возвещайся. Комендант не должен заметить, что тебя нема. Ведут! Оригинал поляк Франек. Вместо похоронного марша играет полонез. Да, майор Кунц. Перед вами есть преступник. Он притворяется как хромой, немой и глухой, но это есть неправда. Скажите, кто из вас знает его? Кто его видел? Где? Если вы не говорили, то после него все будете повисать на этот веревка. Даю тебе 10 секунд на подумать. Говорил! Василька? Нет, не видел. Не видел Василька? Нет. Стойте! О, боли. Почему остановились? Быстрее уходите в лес. Живем люди до лесу не донесете. Там налево из заулок остатний дом. Там не укрыют. Мы тебя еще навестим. Да-да. Дядя Франек. Не оставайтесь, пойдемте с нами. Не мог. Але ты спасайся. Ты мусишь грать. Ты будешь добре грать. Минула война, прошли годы, и однажды на международном музыкальном конкурсе в Польше выступал молодой советский скрипач Василь Микулич. Василик! Василик! Дядя Франек!